Очень долго искал станок токарный, мечтал с детства, искал школьный станок, проехал все школы в городе Иваново, обзвонил. Короче, во всех школах почти уже нет станков. Все сдали в Чермет, ну или перекупщики выкупили. Короче, станки очень дорогие школьные, там, начиная от 40 тысяч и выше. Вот. То есть 20% школ нашего города. Ну, еще есть станки, но их не списывают. Ну, там быта какие-то есть. Короче, токарное дело загибается. Вот. Нашел такой станочек, 1К62. Сам я не токарь, но мечтал с детства. Ну, я думаю, что получится, научусь. Вот. Все восстановлю. Ну, я думаю, что будет хороший станок. Вот. Весь почищу, покрашу. Будем стараться. Такой станочек. Мой первый станок токарный. '62 года. Капиталку делали в 81 году, во втором месяце. Какие у него проблемы? Первая, самая страшная, наверное, проблема для меня — это в коробке подач. То есть вот эта вот, она должна вытягиваться, она почему-то не вытягивается. Надо разбирать. И нету этих, ну, то есть никаких обозначений. Цифры есть какие-то, а дальше что-то нету. Он щелкает, в зацепление вроде входит, а что-то там не так. Все щелкает. Коробку подач буду снимать, смотреть. То есть там ужас внутри, масло. Такая бяка там. Вот все шланжечки менять, все чистить, красить. Скорости тоже переключается все. Передней бабки. Переднюю бабку надо как-то все масло слить, все тут почистить, помыть. То есть проблема какая здесь? Здесь нету пластинчатого фильтра. Я думаю, может быть, можно автомобильный какой-нибудь поменять, масляный. Соответственно, вот сюда вот подачу сделать масло трубкой. Вот эту трубку основную поменять. Все равно здесь вот треснутая. Конечно, трубка вообще бедовая. Надо развести все трубками сюда, сюда, чтобы маслице попадало, чтобы все смазывалось. Вот. Вот в передней бабке надо трубки поменять. Коробку подачи разобрать, разобраться, почему вот это нифига не работает. Быстрая подача на суппорте работает, то есть я проверял. Все работает, все включается. Так, еще какая проблема здесь? Малая продольная, она от 16К20, то есть другая. От 16К20. Здесь треснутая. Конечно, это малая продольная от 16К20, и она вот здесь вот видно на миллиметр, не миллиметр, 3 миллиметра. Она висит в воздухе, она держится только на серединке. Вот были подложены здесь вот такие железки сюда по периметру, ну, по кругу. То есть вот ее надо еще сделать. Я думаю, это не очень страшно. Станина вроде хорошая.
вроде выработка небольшая. Надо смотреть, все чистить, все красить, мыть. Нет патрона. Ну, патрон буду искать. Мне обещали отдать патрон. Уж не знаю, дадут или нет. Как всегда, наверное, нет. Только обещают. Вот. Задняя бабка. Пеноль вроде не болтается. Надо все микрометром мерить. Так, это я полагаю, вот здесь цифры, градусы мерить на патроне, как поворачиваешь градусы. Вот такая штука вроде на 1К62 только есть, да? Ну, кто знает, напишите в комментариях. Так, щиток. Такой щиточек. Здесь уже все на современный лад. Вроде все аккуратно. Должно все работать. Щиток я сниму отсюда. Хочу станок ближе к стене подвинуть. Щиток я сниму. Переверну его и вот пока временно на стену повешу. Проблема с сожем. Сож там вообще ужас. Здесь надо все выковыривать, все чистить. Вообще беда. То есть все чистить. Суппорт тоже буду снимать. Смотреть. Там тоже, я думаю, не очень все хорошо внутри. Люфты все убирать. Я думаю, все делается. Были бы руки. Руки есть. Будем учиться. Всем спасибо за внимание. Пишите комментарии. Будем вместе с вами восстанавливать с вашей помощью. Спасибо.